понедельник, 1 июля, на территории военного комиссариата Рязанской области по Московскому и Железнодорожному районам Рязани состоялась торжественная отправка граждан весеннего призыва 2013 года на службу вооруженные силы. О призыве рассказал главный комиссар Рязанской области Владислав Деев. Они сейчас едут на сборный пункт области, где будет проведен контрольный медицинский осмотр. При необходимости проведут мероприятия, связанные с дактилоскопией, если у кого, с кем не проведены. По необходимости проведут еще раз отбор по профессионально-психологически, сформируют команды, представят команды, сформированные старшим команд. Вот они начнут с ними беседовать, изучать личные дела и так далее. То есть где-то это все мероприятие будет длиться до обеда, потом их будут переодевать, накормят обедом вкусным. Кто поедет далеко, тому дадут сухпаек в путь. Вот. Ну, так вот, закупят билеты на каждого и отправят. А когда они отправятся? В зависимости от расписания поездов. Вот. Могут сегодня уехать вечером, могут завтра утром, могут ночью. То есть это ближайшее время? В ближайшее время. Они у нас больше суток не находятся на сборном пункте.